помогать людям. Это желание есть в каждом из нас. Но в современном мире на нас обрушивается невероятный поток информации. В нем часто теряются большинство обращений и призывов. Бешеный ритм жизни отодвигает милосердие и сострадание на второй план. Мы забываем, не видим, а иногда и просто проходим мимо, когда могли бы помочь. Так что же делать? Как обратить внимание людей на тех, кому нужна помощь? Как сделать благотворительность востребованной, приносящей и пользу, и удовольствие? На все эти вопросы есть только один очевидный ответ. Благотворительность должна вознаграждаться. Это решение сначала удивляет, потом захватывает, а в результате приносит реальную помощь огромному числу нуждающихся. Выигрывают и те, кому помогают, и те, кто помогает. Инновационная идея очень быстро нашла своих сторонников. Уже более 600 тысяч участников благотворительной программы «Всем миром» изменили привычный взгляд на благотворительность. Только представьте, однажды оказав помощь, вы сами начинаете получать финансовую поддержку от людей со всего мира. Мы запустили настоящую благотворительную эстафету, которая стремительно охватывает весь мир. А это значит, что уже очень скоро, объединившись всем миром, мы сможем за считанные часы решать любые благотворительные задачи. Добро возвращается. Присоединяйтесь.